Всем привет! В прошлом видео мы с вами снимали вот такие вот замечательные браслетики. Но мы можем их еще связать, чтобы они были пошире. Для этого мы берем резиночки другого цвета. Снимем часть резиночек с этой стороны с клипса, чтобы браслетик стал длинным и плоским. Так, что такое клипса у нас? Так, попробую по одной резиночке. Так, вторую. Так, все. Вот такой вот у нас браслет. Мы будем вязать дальше зеленым цветом. Нам также нужен только крючок. Продеваем крючок вот таким образом. Берем зеленую резиночку, захватываем ее и протягиваем. Теперь продеваем крючок в соседнюю петельку. И вторую часть зеленой резиночки одеваем на крючок. Берем следующую зеленую резиночку. Протягиваем через все 4 резиночки, которые у нас на крючке. И продеваем крючок в соседнюю петельку. И вторую часть резиночки одеваем на крючок. Опять берем следующую резиночку зеленого цвета. Протягиваем ее через все резиночки на крючке. Далее крючок продеваем в соседнюю петельку и одеваем зеленую резиночку. И так продолжаем дальше. Смотрим еще раз, как это делается. Через все резиночки провязываем. И в соседнюю петельку. И вторую часть резиночки одеваем на крючок. Берем следующую резиночку. Продеваем ее через все резиночки на крючке. И заводим крючок в соседнюю петельку. Таким вот образом. Так, вот видите, как у нас получается красиво. Берем следующую резиночку. Так, теперь видите, у нас соединение двух колец. Мы сюда крючок продеваем вот таким образом. Берем следующую резиночку. Теперь на второе кольцо переходим. Потом эти резиночки поравняем и продолжаем так, вяжем до замочка. Мы дошли практически до конца. Берем резиночку. Я имею в виду до замочка. Провязываем. Теперь мы снимаем одну резиночку с замочка. Одеваем ее вот таким вот образом на крючок между зелеными. Берем еще одну зеленую резиночку, провязываем, берем клипсу и одеваем на клипс.
Вот у нас получилось. Вот так вот с одной стороны. Точно так же мы будем провязывать с другой стороны. Вот так располагаем браслет. Вот чуть-чуть будет по-другому немножко. Вытягиваем резиночку. Протягиваем крючок в соседнюю петелечку. Одеваем резиночку. Вот таким вот образом. То есть точно так же, только в зеркальном отражении. Вот таким вот образом. Провязываем и в соседнюю петельку заводим крючок. Вот таким вот образом. Вяжем точно так же, как мы вязали до этого, до замочка. Вяжем самостоятельно. Вот смотрите, я довязала здесь точно так же. Вот у нас такой браслет получился. Мы можем обвязать еще третий ряд. Я покажу вам в следующем видео, как сделать браслет этот еще более широким. А сейчас покажу, как завершить уже этот браслет. Переснимем на одну клипсу. Таким вот образом. С этой стороны. Захватим. Вот, примерим браслетик наш. Смотрите, какой красивый получился. Его можно носить этой стороной. Можно носить вот этой стороной. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал Рукоделие. Впереди вас ждет много новых видео. В конце видео есть ссылочки на другие браслетики. Присоединяйтесь, давайте будем плести вместе. Пока-пока!